Рекордно большое количество лебедей прилетело в этом году на зимовку в Алтайский край. Больше тысячи. Как рассказал нашим новостям орнитолог Алексей Эбель, это более чем на 100 особей больше, чем в прошлом году. Орнитологи и волонтеры выяснили это в ходе ежегодной акции по мониторингу зимних водоплавающих «Серая шейка». Подсчет вели в Лебедином заказнике, что в Советском районе, а также рядом с Бийском. Напомним, благодаря уникальным незамерзающим озерам и протокам, примерно с середины прошлого века на Алтай прилетают зимовать несколько видов лебедей и диких уток. Каждый год их становится больше примерно на 100 особей. Ученые отмечают, что сегодня это самая большая в Сибири зимняя популяция, в том числе потому, что пернатые находятся здесь под охраной государства. Более того, уже несколько лет озеро Светлое является местом паломничества туристов. Каждую зиму здесь бывает по нескольку десятков тысяч любителей природы. Кстати, в конце прошлого года ученые окончательно выяснили, откуда прилетают лебеди. Их родиной является Салехардская тундра севернее Томска.